теперь закрываем оба глаза. Давай. А вот я тебя почти каждый раз убивал. Была хорошо разница видна, да? Хорошо разница была видна? Вот сейчас, для начала, работа с пятой зоной. То есть, стоит и все, каждый раз возвращается. Поэтому не быстро, да, не надо вот в это, в машинное отделение попадать, да, в роботное. Поэтому ударили, отвели, ударили, отвели. Все, делаем не быстро, чтобы успевали работать. Да. Это не дистанция удара. Мне отсюда бить бесполезно, я практически не достаю. И смотрите, вот. Вот сюда. Вот. Как тряпкой. Помните, я вам на той тренировке показывал, перчаткой сбивал. Вот сюда. Вот сюда. Да? А у тебя вот это. Вот это, да? Я еще раз говорил, давай, сбиваешь как ты. Реально в бою будет вот так. Сбил в сторону и тут же получил. Или вот что будет, когда сбиваешь в сторону. Сбивать надо вот туда. Но мимо себя, конечно. Не себе, но в живот. А вот туда. Вот тогда на возврате не будет. Давай. Да, атакуешь. Да. Опять Леха стоит. Вот. Стоим ровно. И не увеличиваем темп. Специально иду, да, подойди, а теперь отойди наоборот, да. Только не по кругу ходим. Именно правильно вот это смахивать. Не в сторону, но смахивать. И не хватает, Виталий, хватаешь, тянешь. Нельзя хватать тянуть. Проиграешь, наверное. Вот смотрите. Вот хватаешь, вот смотри, почему нельзя, один из вариантов, вот делаешь как все, да, и все, вот, потянул, нет, потянул, как ты делал, понятно, да, сразу, вот, да, я сразу, видите, он, конечно, может достать, я не говорю, что он вообще меня не достанет, но шанс уже забежать есть, правда, появляется. Да. Я делаю ту подходу, рука есть. Вот так или я все-таки вот так? Вот так. Вот смотрите, пацаны, да, очень хороший вопрос. Вот так. По возможности, вот так, по возможности. То есть если вы еще он вот так вот сделал, допустим, да? Да? Нет, ты не выдернешь, но у тебя вообще крючок получается. То есть ты вообще уже можешь начинать такую работу, да? Вот это. Не работает. То есть вот так вот. Вот что вы делаете. Вот. В идеале. То есть в идеале надо вот к вот такому оглаживанию прийти. В этом направлении. В идеале к этому оглаживанию надо прийти. А давление вот снизу. Просто ровно. Есть. Именно вот на неслабление. Есть. Не давишь, ты просто убираешь. Оглаживаешь. Это оглаживание, ребята. Без давления просто проводишь. Да, на той дистанции, чтобы вы. Если попадете, чтобы у вас весь клинок в живот вошел. Хорошо, а теперь оба закрыли глаза и продолжаем то же самое. А теперь из ритма вышли. Кто-то взял и паузу сделал, да. И вышли из ритма. А теперь вот его и не набирайте, этот ритм. Да, да. И вот пробуйте видеть. Не убыстряйтесь. Делайте паузы. Делайте паузу. Специально кто-то взял один на себя смелость и сделал паузу. Глаза не открываем, сами себя не обманываем. Закрыли глаза. В ритм не впадаете. Перед ударом стойте защищенно.
нейтральную позу принимайте и делайте удар, не спеша. Сделайте паузу. Определитесь, где он. И постарайтесь вслепую точно попасть, только не быстро. Нет задачи ему больно сделать. Есть задача проверить себя, как вы его видите, без глаз. Как вы его чувствуете без глаз. Все, в стойку. В стойку. Вот, запомните это положение. Да? Начинаете отсюда, не спеша. То же самое, в пятую зону, не открывая глаз. Надо не только самому отдавать, но надо еще и убрать атаку в вас. Вот если вы не попадете, ничего страшного. А вот если в вас попадут, вот это... Хорошо, открыли глаза и то же самое с открытыми глазами делаем. Рукой, да? Конечно, и делает вот это движение. Але клинком вообще меня не касается. Это ошибка у всех начинающих, кто начинает работать ножом. Вот все почему-то делают вот так. Вы же привыкли это держать как свечку. Вы нож вот так держите, да? Вот нож держит. Конечно. Уже приучился. И вот это вот, вот тогда это будет и не кончиком резать, а резать вот. От начала клинка по всей длине. Зимнюю одежду вот так не прорежете. Ну вернее, одежду вы можете и прорежете. Но ему ничего не будет. Значит, не вот так, а вот так. Да? И палец на клинок не выходит за гарду. Вот. Это другой удар. То есть я этой рукой набрасываю на лезвие. Вот я набрасываю. Порезать. Не переиграть, Виталий. Рукой набрасываете на лезвие, да? И идете назад, а тут вы наоборот, у вас руки разлетаются. Вот и все, там больше ничего нет. Все очень просто. Разлетелись или слетелись. Два разных варианта. Вот когда схлопываете, вот так хватает. Вы себе всегда, рано или поздно, отрежете пальцы собственным же движением. Поэтому вы набрасываете, ничего тогда себе не прорежете. Не хватать руку, а набрасывать. Иначе, если вы будете хватать руку, вы рано или поздно себе пальцы отрежете. Режешь по краю белок. Вот тут режешь. Рука свою функцию сохранит. И тебе потом с разъяренным мужиком надо будет насмерть биться. А могло все обойтись простенько. Опять режешь вот здесь белок. Вот здесь режешь. Я подхватываю снизу, давай такой же. Вот. И с атакой лица. Вот я подхватил и вот так прорезал. Ага. И двигаться. Только осторожно с лицом, да? Все понятно? Да. Может шею резать. Может шею. А ты и так пробуй. Ребят, пробуйте косой в шею. Пробуйте в грудь. Пробуйте, может, даже где-то так. Но он все равно, он в принципе вот. Вот атака вот идет вот в это. Вообще можете в голову. Атака может быть и вообще вот так направлена. То есть сразу в голову. Даже не сюда. Это все равно будет вот эта зона. То же самое с обратной стороны, да? Пробуйте и здесь, да? Пробуйте и здесь, пробуйте и здесь, пробуйте, может, вот так. Потому что когда мы будем обратный хват, та же самая зона, да, там, вот, и там работа вообще интереснее будет. Она и вот так идет. Да? Вот так идет. С лицом поаккуратнее только, не ерзайте. До лица дотрагиваться не надо, потому что все равно царапины останутся.